Детская смертность в районе снижается. Последний случай летального исхода во время родов произошел в 2014 году. Об этом сообщили во время выездного заседания коллегии Минздрава Республики в Алданском районе. Подробности у наших корреспондентов. Наиболее масштабным стало обсуждение причин смертности. В Алданском районе этот показатель один из самых высоких в республике. Главврач Алданской больницы подчеркнул, что наиболее неблагополучной ситуацией остается в городе Томот. Что на фоне среднереспубликанских значений наши показатели очень высокие. Смертность от БСК по 7 месяцам 2017 года составила 687,1. Болезни системы кровообращения представляют своеобразный бич для населения Алданского района. На поздних стадиях выявляется большое количество злокачественных заболеваний. Ситуация обещает измениться. С недавнего времени возобновился прием врача-онколога. По-прежнему высокой остается смертность от внешних причин, к которым относятся прежде всего ДТП и утопление. Еще одна тема, затронутая алданскими медиками, носит социальный характер. Количество абортов превышает число новорожденных. У нас один специалист есть, ну, конечно, его не хватает, поэтому в октябре месяце нам приезжает дополнительный клинический психолог, который будет консультировать 100% женщин перед абортом. Там несложно посчитать, даже если мы отговорим каждую пятую женщину, у нас будет прирост населения в конце года. На заседании выездной коллегии вновь поднимался вопрос нехватки врачей. В последние годы ситуация стала менее напряженной. Укомплектованность кадрами составляет 58%. Еще 3-4 специалиста и острые углы будут сглажены. Это также следовало из доклада главврача. По ряду вопросов членами коллегии Минздрава были приняты решения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.